И у нас в студии сегодня психолог оперативно-спасательного отряда ДЧС ЮКО МВД РК Клара Усинова. Очень приятно. Доброе утро, Клара. Доброе утро. Тема у нас сегодня такая: развод и девичья фамилия. Угу. Что подтолкнуло нас? Ну, вот этот громкий развод знаменитых наших звезд, да, голливудских, Брэда Питта и Анджелины Джоли. Ну, казалось бы, все смотрели, все брали пример, посмотрите, он красавица, она красавица, оба успешные, значит, взяли детей воспитывать, живут замечательно, люди смотрят, радуются, и вдруг бац, как гром среди ясного неба. Да, я поняла вопрос. Ну, сейчас мне говорить больше сейчас о Джоли и Брэд Питт, как пример, да? Ну, в первую очередь, они из одной сферы. Не зря говорят, люди должны брать жены или выходить замуж, как говорится, своего статуса. Ну, как раньше, крестьянка за крестьянина, интеллигенция за интеллигенцию и так далее. Он из сферы бизнеса, ну, как шоу-бизнеса, артисты, она тоже из одного. То есть они понимают друг друга. Правильно? На съемках, чтобы ревности лишней не было, и все. Оба успешны, опять же. Подошли друг к другу. Правильно? Оба добиваются цели. Много у них схожего. Все. Пошло. Оба любят детей, хорошо, родили своих, но так как Джоли хотела много детей, так как она вообще мечтала с детства, когда интересы не совпадают, рано или поздно, люди начинают ссориться. Насколько я помню, Брэд не очень жаждал много детей, особенно усыновлять, но раз Джоли захотела, так оно и пошло. Но он уступил. Да, уступил. Вот. Но еще раз, я просто хочу перед этим назвать 6 факторов, основных факторов, которые, ну, приводят к разводу. Ну, первое, значит, это неспособность или неготовность к семейной жизни. Это раз. Второе, это пагубные привычки. Ну, знаете, алкоголизм, наркомания и, ну, игромания, да? Там иногда бывает, что необходим даже развод. Дальше, супружеская неверность. Что еще? Дисгармония в сексуальной жизни. Ну, несовместимость характеров. Вот. И брак по расчету или как говорится, на зло кому-то. Вот здесь, значит, у нас что? Совместимость вроде бы есть у них, да, сексуально. Бурные оба, темпераментные оба, яркие, да. Что? Совместимость интересов вроде бы тоже есть, да. Что? Неспособность к семейной жизни, ну, тут я не знаю. Он вроде как хороший отец, она как мать. Но любой мужчина, вы знаете, как, ну, как и ребенок, да, как, когда первый ребенок появляется, всегда почему начинает семья немножко как бы между супругами холодные отношения. Потому что все внимание переключается на кого? На ребенка. Мужчины нет. Ну, как равносилен, как, допустим, когда появляется второй ребенок, мы про старшего забываем, вся любовь на младшего, да? То есть мы не умеем распределять внимание, любовь. Любая женщина, конечно, скажет, да, попробуйте, и ночью не спать, и кормите. Да-да-да, я бы сейчас так и сказала. Да, это любая женщина. Тут как тут? Ну, не забывайте, мужчина тоже как ребенок. То есть внимание, всегда вы для него были, тут появился маленький человечек, пусть это его ребенок, но все внимание женщина полностью отдалась ему, все про мужа забыла. Естественно, начинает, он приходит с работы, она больше рассказывает, сколько он поел, сколько он покакал, вот он не спал или сколько часов он поспал, внимание, как у тебя дела на работе, или еще, ой, я так устала, в общем, одни вздохи, охи и так далее, да? Что еще потом? Естественно, начинает трещать интимная жизнь. Я устала, я не высыпаюсь и так далее. Посиди сам, не поспи, да, сам, да. Побегай за ним сам. Все банально, все. Если в семье есть любовь, понимание, как-то распределение ролей, то, конечно же, семья будет. Ну ладно, это вот на первом этапе. Для этого что нужно? Мудрость? Но мудрости нет. Как правило, у молодых это годами, то не у всех. Я же говорю, готовность. Кто ее прививает, эту готовность? Как она приходит к человеку? Ну, во-первых, это, конечно же, идет все из семьи. То есть, как бы, все равно готовый сценарий, как родители ладят между собой. И что вообще, как мама, например, говорит. Часто бывает же, мама говорит, вот она, моя сноха, они плохо смотрят за моим сыном, он вечно он грязный, или он голодный, мне кажется, сынок, приди, я сегодня там твоих любимых пирожков напекла или еще что-то еще. Постирала, приготовила. Ну, в общем, что ему нужно мужчине? Внимание и забота. В это время она занята ребенком, переключилась мама туда. Ну хорошо, если мама, он к маме бегает. Можно и переключиться на другую женщину, правильно же? Она же тоже и внимание, и заботу все даст, и секс, и все, что нужно, что не хватает дома.
Ну, как-то вот мы крутимся сейчас вокруг только женщины, мужчины при этом. Ну, получается, мужчина при этом какой-то потребитель. Вот все вокруг него должны крутиться, а женщина... А вы там в разводах же бывают виноваты мужчины? Вообще, не зря говорят, что не бывает, что кто-то виноват, кто-то там жертва. Оба виноваты. Ну, чаще всего... Я хочу сказать, что когда вы недовольны своим партнером, чаще бывает женщина недовольна. Ну, так вот, если посудить, женщина же, все, а у нее же больше претензий, не помогает. А мужчина проще смотрит такое, на некоторые вещи, чем женщина. Допустим, мужчина первый год семейной жизни, он привык ходить с друзьями в бильярд там, или еще там в спортзал, или начинается, а женщина все, я же замуж вышла, где внимание? Пока ты ухаживал, внимания было, сейчас нету внимания. Ладно, я быстренько там с пацанами схожу, он все еще с пацанами. Вот, ну еще там. Мне кажется, это до старости. Нет, это пройдет период, когда дети пойдут, ну понимаешь, что надо все-таки заботиться, кормить, потомство и все такое прочее, одевать, обеспечивать. Пережить надо этот период. Да, надо пережить. Что я хочу сказать, что вот именно вот в начале разговора я стала же говорить, что мужчина начинает говорить, вот она вечно не улыбается, дома кушать не готова, дома не убрана, не постирала и так далее. Ладно, хорошо. Она начинает в отместку ему говорить, он не мужчина, у него руки не из того места растут и так далее, и так далее. Ну, в общем, куча. Когда друг на друга обижены, они найдут друг другу, что наговорить. На самом деле проблема не в этом. Проблема в том, что они не могут идти на компромиссы, не умеют уступать, не умеют прощать, не ошибки, а, я не знаю, недостатки своего партнера, и учиться исправлять свои ошибки. Не бывает, что мы все не идеальны, у нас у всех есть плюсы и минусы, но как-то надо идти, найти на компромисс. Ладно, вон сейчас что-то такое, не подумав, ляпнула, она надулась, губки надула, все не разговаривает, и до вечера не разговаривает, надутая. А вот этот эмоционально-психологический террор для мужчин невыносим. Когда бывает, женщина обиделась на мужа, неделю не разговаривает. Ну, это что, нормально, что ли? То есть, многие женщины считают, это нормально. Вот я своего так дрессирую, я с ним неделю не разговариваю. Дрессирую. И он первый подходит. Она этим гордится. На самом деле, это проблема ее. Если женщина, не обязательно женщина, мужчина, себя не принимает, чем-то недоволен собой, он будет недоволен партнером. А как в таком случае относиться к изменам? Вот прощать или не прощать? И когда наступает вот тот момент, когда действительно вот стоит развернуться и уйти, а не терзать себя, вот давай еще чуть-чуть подождем? Вы знаете, этот вопрос вообще сугубо лично вообще любой пары. Измена бывает, я не знаю, смотря какая причина. Бывает, что кто-то из партнеров подтолкнул на это. Всякое бывает, да, бывает, может быть, я не знаю, не будем перечислять, из-за чего, просто измена. Если партнер, у них любовь или еще, я не знаю, прощения попросил, это их личное дело. Если они хотят сохранить семью, то они останутся. Если все-таки для кого-то это принципиально, все, ты мне изменил или ты мне изменила, значит, они разойдутся. Это их личное дело. Здесь за них никто не решит. Нету, за них никто не решит этот вопрос, они сами решат. Вот. Но даже пусть они разведутся, как я уже говорила, бывших мужей, бывших жен не бывает. Допустим, когда второй раз женится, или она замуж выходит, если она не отработала какие-то проблемы со своим прошлым супругом, партнером, или он с партнершей, с женой, так скажем, то он все это недовольство той женой бывшей, он будет отыгрываться на следующей жене, или она на следующем муже, и так далее, и так далее. Она всегда будет чем-то недовольна, всегда будет находить в нем недостатки, всегда чем-то, вот он храпит, вот он не так сел, вот он мне не нравится, как он чапкает. Когда ты выходила замуж, он тебе вроде все нравился же. То есть на самом деле она не отработала. А когда люди после развода действительно отработали, увидели свои ошибки, не только муж виноват или не только жена, что и в нем была проблема, разобрались в себе, приняли себя, сделали ошибки, работу над ошибками, и когда они второй раз выходят, создают семью, они уже проще смотрят на многие вещи, проще. Хорошо, не положил носки туда-то, но он ее любит, он заботливый, он хорошо зарабатывает, каждый год вы ездите куда-то отдыхать. У него есть другие плюсы, У него другие есть плюсы. Стоит перекрывать мысленно эти минусы плюсами? Для себя, когда ты начинаешь раздражаться,
ты должен вспомнить, да, вот он может это, хорошо. Ну, обратите внимание, когда мужчина приносит вам пачку денег, у вас почему-то сразу он вас не раздражает. Все замечательно. Почему-то, да. Вот. То есть, если что-то не хватает, то женщина всегда найдет, к чему прицепиться. Обязательно найдет. Вот обязательно какой-то вот нюанс найдет. Но в себе, вот даже элементарно, женщина, когда недовольна собой, например, она располнела, она недовольна собой, она не нравится себе. И она будет, естественно, придираться к своему партнеру. Он мне мало внимания уделяет, он мне то, он мне все, еще что-то. Почему? Потому что на самом деле она не уверена в себе. Она себя не приняла такой. Можно быть и пухленькой, но очень такой интересной и соблазнительной. Проблема в ней. А на самом деле вот это вот правило, что женщина-хранительница очага, вот оно актуально и по сей день. На самом деле все-таки многое зависит от женщины. Многое. И сегодня. И сегодня. Я считаю, что иногда необходимый развод бывает, когда, допустим, безопасность членов семьи, там, я же сейчас говорю, алкоголизм, если он там буйный, там один раз избил, там зуб вылетел, нос сломал, это конечно. Или наркомания, там, или если человек без конца играет, не может, игромания, да, так скажем, все из дома вынес, столько долгов взял, тогда я понимаю. А вообще, как-то же они почему-то сошлись. А, кстати, брак по расчету или по, еще раз говорю, когда, или на зло, часто бывает, парень с девушкой встречается, и раз он, другой девушка увлекся, они разошлись. Она на зло ему выходит замуж за его друга. Выходит на зло, вроде бы как бы, вот я все равно одна не осталась, я вышла замуж за твоего друга, да он лучше тебя. Появляются дети, все нехорошо, семья, а любви-то нет. Когда вот это все проходит, оно начинает видеть недостатки в этом супруге, а он не виноват. Клар, большое спасибо, что к нам сегодня пришли. Мы дарим вам газету «Рабат». Спасибо большое вам. Читайте, приходите к нам еще. Спасибо.